рейс. Вот он. Идет регистрация. Жаркие страны, жаркие страны. Мы едем в жаркие страны. Ура! Мы встречаем рассвет. Сейчас нас повезут к нашему самолету. Да, привет, привет. Ну, мы с учителем, мы здесь разговариваем. Привет! Привет! 4 утра. 4 утра. Все, мы вылетаем. Мальчик засыпает. Не хочет. Вот это занято. Сейчас будем летать. Мы сидим в 37-м автобусе. Мы, походу, варили решку. Да, да. Да, мы выиграли решку. Это аэропорт. Это наш 37-й автобус. Такой вот интересный, видимо, с кондиционером. Видите? И поедем до метро Аблабари. А все остальные уехали на такси. Вот такие дела. Иман, вот встретили из Ижевска. Привет из Ижевска. Неожиданно. Земляков. Кто бы знал, да, кто бы гадал об этом. Вот аэропорт. Все, я ее вылечил. Солнечная батарея. Смотрите, как удивительно. Полицейский участок полностью прозрачный. Едем. Уже автобус полный. Самое главное, в нем работает кондиционер. Огромное количество праворульных машин. Toyota Boxy. Мы вышли из-за поворота, идем, ищем наше жилье и увидели вот такую красоту. Смотрите, вот там крепость. Мы сейчас по этому мосту пойдем. Вот мои спутники, самые близкие мне товарищи. Написано, что немецкие люди подарили грузинам вот это вот. А, это часть стены, Берлинской стены. А, вот так даже? Да. Я не дочитал до конца. Смотри, мост мира. Да.
Вот он, мост мира. Класс. Река Кура. Все, классный город, да? Да, хорошо. Удивительное дело, памятник Гейдару Алиеву в Грузии. Это его сквер, вот этот. Там люди собираются на свадьбу. Все красиво одеты. А мы ждем наших друзей. Так все вкусно, просто гастрономический оргазм. Экстаз. Кто больше? Перепелки. Шашлычок из телятины. Смотрите, ребят. Хачапури по-аджарски. Хачапури это как? По-меретински. И-меретински. Вот такая хачапурка. Ты будешь? Супчик. Тебе идут. Знаменитый грузинский супчик шашлыкма. Аспар. Очень вкусно.
537 разновидностей грузинских сортов винограда. Так что нам достаточно своих виноградов, чтобы лавировать по вкусу. Потом мы не используем. Окей. Сейчас мы зашли в магазин. Нам дали попробовать уникальное вино. Называется Киси. Киси, которое сделано по грузинской технологии. А в чем заключена грузинская технология? Грузинская технология, то есть от винограда. Ага. Ничего не очищается, то есть целиком, со жмыхом, с косточками, с веточками. А, да, понял, то есть это первый отжим идет как бы, да? Оно все давится, далее переливается в глиняный кувшин, который вкопан в землю. И там, где стабильная температура, от 10 до 15 градусов. Ага. И далее процесс брожения проходит там традиционно 9 месяцев. И вино получается, может быть, более тяжелое и более насыщенное. Ну, я бы не сказал, что оно тяжелое. Ну, вот киси, то, вот киси, да, тот сорт винограда, да, особенный, который, можно сказать, оно получается более легкое, чем все те остальные вина, которые сделаны по грузинской технологии. А есть этот сорт винограда в других странах? Киси? Не думаю, нет, да? Нет, нет, да? А можно посмотреть, да, бутылку? Конечно. Очень дорогая, да, бутылка? Есть дешевле киси? Кстати, вы что купили, там тоже присутствует киси. Да, ну дешевле есть киси, я бы взял бутылку. Кажется, киси есть. 25-70. Я домой буду просто угостить. А, кстати, да, там 27. Ага, ну давайте я возьму. Это киси? Да, киси, вот, по грузинской технологии тоже. Все, спасибо. Спасибо. Что можно сказать про Саакашвили? То есть это коньяк уже 1884 года. Ага. Это был самый первый конечный завод Грузии, который уже делал коньяки и начал делать. Есть, то есть, 3-летние, 5-летние, 9-летние, 12 и дальше там 30-40 лет. Сейчас уже там XO и очень большие там. Есть также домашние вина, которые сделаны под брендом Old Cellar, то есть которые вы только что пили. То есть это все от фермера. Это делают, это все фермерские коньяки. Как бы так. Ну, как бы наиболее известен все-таки. Наиболее известен Саакашвили, да. Угу. Он не только в Грузии продается, он также выходит на экспорт и в Россию, в Украину, в Казахстан. И, допустим, вот в России довольно-таки сложно взять коньяк. Ну, много подделки идет. Это армянские коньяки, допустим, да? Ну, есть такое. Вот. В Грузии как бы это вообще нереально, да? У нас в Грузии, можно сказать, сабино, ну, даже плохое, можно сказать, или неправильно изготовленное. За это могут и руку сломать. Понял. У нас все натурально делается, и про коньяк тоже. То есть здесь все уже гарантировано, выдержка, все дела. Все очень строго с этим, то есть ничего не подмещать, ничего не сделать. Все контролируется очень. Все, понял, спасибо.